Здравствуйте, меня зовут Владимир Сорокин. Я родился 3 сентября 2013 года. Я играю на нескольких музыкальных инструментах. Гитаре, ксилофоне, барабане малом, на ударной установке, на акустической гитаре, классической гитаре и на фортепиано. Я знаю все ноты сразу. Еще я участвовал в телепроекте «Голос дети» 9-го сезона. Попал я в команду «Басты». Прошел, правда, только до 2-го этапа. Я люблю плавать, я не боюсь воды. Еще я умею кататься на коньках, самокате и велике, и на картинге. В канун Нового года я играл в спектакле «Цирка чудес. Белоснежка и семь гномов». Я там играл гнома-профессора, который... это босс был у всех гномов. Хотя я там был самый маленький, и это был сам прикол, то что вот такой вот босс маленький орёт на вот таких вот гномов. Я недавно играл в спектакле «Кентервильское привидение» студии Арины Мороз в зале «Зарядье». Я там играл роль Джона. Мы там охотились за привидением и швыряли в него подушками, устраивали засаду, брали призрака, потому что хотели его надуть, вот такого игрушечного, то есть не настоящего. То есть и там и швабры, ткани, и поролоновые башки с вот такими вот глазами. Сезон закончился 4 июня, но я вас приглашаю посетить в следующем сезоне, он будет в ноябре. Всех приглашаю. До свидания.